галерея исполнилась, 15-й выставочный сезон открылся, в следующем году будет 15. Ну вот как бы достаточно так уже мы убедительно живем и звучим. В общем, и мы очень рады, что у нас в этом году сезон открывается. Замечательная выставка, замечательные художницы. Если честно, я немножко переживала по поводу того, как наши... пуританская провинциальная ментальность воспримет эту выставку. Но когда я пришла сегодня в галерею, увидела, как это работает в пространстве, как это строит экспозицию, все эти работы, я поняла, что я думаю, все люди, которые хоть чуть-чуть видят глаза, они просто будут впечатлены, вот именно, как ни странно, может прозвучать для некоторых, но красотой этих работ. Она, конечно, не конвенциональная, это не прекрасные девы и цветочки, как обычно любят люди в понимании демократическом красоты, но это вот очень мощные, очень красивые и очень, в общем-то, сложные работы. Для меня очень много диалога с культурой предыдущих эпох. Здесь на самом деле отсылки к очень многим художникам. И то, что может показаться как бы непонятным, на самом деле, если знать историю искусства, гораздо более понятнее. Ну, то есть, по большому счету, это произведение, с одной стороны, они очень чувственные, они очень эмоциональные, вызывают эмоциональный отклик, а с другой стороны, они достаточно интеллектуальные, нужно уметь читать эти тексты. Я рад, что наш сезон в этом году открывается достаточно значимой выставкой, известным автором, который сумел сказать уже свое слово, которое известно не только узкому кругу специалистов. Значит, а что относительно живописи, я бы сказал, живопись, чем мне нравится? Я не настолько большой специалист, чтобы судить об этом, но она мне нравится тем, что это живопись, которую, как всегда, можно долго рассматривать и долго разгадывать. Это живопись, где хочется что-то понять. Ну, я вас всех поздравляю с тем, что начался сезон, и предлагаю считать выставку открытой. Мне очень приятно, очень теплый прием. Дмитрию огромное спасибо. У нас, получается, на протяжении всей подготовки контакт, в котором мы это все обсуждали, чтобы все доехало, и я тоже в том числе. Я безмерно счастлива гулять по городу, он совершенно курортный, и здесь можно так выдохнуть и получить ответы на все вопросы, которые терзают. И, конечно же, я очень рада, что пришли люди. Для меня зритель очень важен. Спасибо большое. Я очень хотел, чтобы Нина приехала в Николаев. Ну, во-первых, ее картины уже были в Николаеве. То есть в музее Верещагина мы с Лешей делали проект «Здравствуй, наив». Вот. И Нина с Лешей были на пленэре, они там познакомились. И Нина очень узнала, что есть такой это проект, что готовится. И она узнала. И Леша, я хочу участвовать. В общем, она поучаствовала, и мы с ней были знакомы заочно сначала, а потом в Киеве мы познакомились. И вот. Нина мне в Киеве очень помогает, кстати. Вот, и помогала она, вот, нас с Лешей там, мы участвовали в проекте там в большом, как вот, дождь этот, вот, золотой дождь, вот, а Нина организатор этого проекта была, где он был? Он был на ВДНХ. Да, на ВДНХ организатор, вот Нина как раз была, вот, и, то есть, а почему, вот я очень хотел, чтобы Нина из Николаева сделала выставку, потому что это большая редкость, когда женщина вскрывает себе вены и душу раскрывает, то есть вот я женщина, вот смотрите, и это все с таким с привкусом балаганного и искусства, то есть начала 20 века, вот когда были вот эти вот цирки, где страховок не было еще, и вот эти вот рекламки вот на эти цирки, чтобы заманить
публику, там и где-то ляжку голую, где-то там покажет, где-то это в чулочке, вот это все есть. То есть почему это постмодернизм? Потому что постмодернизм — это искусство цитатное. И вот это вот, и есть вот цитатное, это ход цитатный. Когда делали экспозицию и хотели создать вот эту вот атмосферу балагана, цирка, то есть как бы, когда в цирке человек вскрывает вены, это всем смешно, а у человека аж кровь действительно течет. То есть, вот такой цирк у нас. И вот за это я люблю искусство Нины. Она такая вся гламурная, она любит отношения мужчины и женщины, признает эмансипацию. Вот она любит, когда мужчина ухаживает за женщиной, когда мужчина это как хозяин жизни. Вот. В общем, спасибо Нине, что еще она действительно очень известная художница, очень активная. Сейчас она на подъеме. И она с радостью согласилась сделать выставку в Николаеве. В общем, давайте скажем ей спасибо, что она тут сделала выставку. Разочарованы от того, что вы так далеко ушли от реализма? Абсолютно. Реальность жестче, чем эти произведения. Конечно, она гораздо жестче, она же рвет на куски. А каждый день нашей жизни? Каждый день смерть. Каждый день смерть. Она страшнее, чем искусство. Искусство легче. С помощью искусства можно пережить любую смерть. И внутри, и снаружи. Когда вы начали именно к этому, пришли вот к этому стилю? Может быть, 8 лет. 8 лет? Да. Я знаю, что вы много и долго учились и в разных высших учебных заведениях. Это почему такая была необходимость? А я жаждущий человек, мне мало. Так, здесь синтез и наложение кичевой среды, итальянского ренессанса, цирковой эстетики начала 20 века, о чем уже говорили. И, конечно же, жесткой современной действительности. Безусловно, это так. Это все равно, как, знаете, день рождения 2-3 раза в месяц. Такие события. Как будто такое маленькое перерождение. Я верю в ангелов, которые дают столько, сколько нужно на сейчас. Интересно, необычно. Вот, для нашего провинциального города, в общем-то, так, это ударная такая, вот, по нашему такому мягко-эстетическому вкусу. Вот. Ну, тут можно много чего говорить. Это дело искусствоведа. Искусствоведа хлеб лучше не отбирать. Вот. Ну,
Правильно было сказано, что тут как бы смесь постмодернистских каких-то направлений и стилей. Ну и вот в этой смеси она вот свою нишу там нашла, самое интересное. Вот там смесь каких-то женских каких-то начал, там эротизма какого-то такого, причем откровенного. Вот. Ну, в общем, нравится. Впечатление, в принципе, мы с ней там 3 года назад познакомились с Ниной Мурашкиной. Мне она сразу понравилась, ее живопись, такая, какое-то такое странное смешение и так далее. Очень со своим лицом художник, сразу узнаваемый художник. И она очень коммуникабельна. Мы ей сказали: Нина, а если к нам не Николаев? Да, запросто, ребята. И вот мы как бы привезли ее. Ну что, Николаев все-таки должен видеть и другие направления там, искусства там, так далее. Думаю, это очень интересно, открывать сезон этой галереи именно Ниной Мурашкиной. Ну, я вообще определяю живопись, она цепляет или не цепляет, и неважно даже, что там нарисовано. Вот она за душу схватила, и краски как бы уходят на второй план и так далее, А выходит душа из этого набора цвета, линий там, и так далее. Вот хороший художник для меня — это тот, который преодолевает косность краски, холста и там, так далее, превращает ее в нечто какое-то странное звучание. Художники любят общаться, любят смотреть, как все устроено у других людей, поэтому, в принципе, вот она согласилась. Ну, он просто сделал. В прошлом году у нас была парочка выставок художников, которые были из других городов, благодаря Диминой протекции. Вот. И, ну, я о ней читала, потому что она действительно знаменитая современная молодая художница, о ней много материала в интернете, о ней пишут ведущие порталы по культуре украинские, то есть ее выставляют в ведущих киевских галереях, участвуют. У нее очень большой список всяких проектов и выставок. То есть, ну, как бы Нина Мурашкина, просто задаете в гугле, вы получаете большое количество информации о ней. Вот. И, ну, работы мне понравились, хотя я знала, что для Николаева это будет немножко сложный материал, потому что, ну, во-первых, у нас, как во всякой провинции, пуританские достаточно взгляды. Саша, ну, это же ваше направление, то вы как раз выставляете необычных художников, это очень здорово. Да, необычных художников с необычными какими-то такими вот идеями. В общем, сейчас как раз хожу, вот расписываю план выставочный, следующий. Ведь у меня осталось только 3 пустых незаполненных клеточки на этот год. Ну и то я сейчас 2 заполню точно. В общем, то есть у нас выставочный план обычно на год, и обычно это, да, необычные художники. Хотя, в принципе, есть и вполне приемлемые для нашей ментальности, вот как бы украинской, николаевской художники тоже бывают. Мы немножко отошли от жесткой концепции современного искусства, мы выставляем же разных, но все-таки тяготеем к современному искусству. И да, это вот такое вот, что называется, современным или актуальным еще искусством. Это постмодернистские работы. Действительно, то, как говорил Дима на открытии, это цитатные работы. Человек, который знает историю искусства, увидит отсылки и к Пабло Пикассо, и к такому художнику, как Фрэнсис Бэкон английскому, и к более ранним, например, Фрагонар такой художник был, который любил тоже дамам под юбочку заглянуть. В общем-то, или Антуан Вато с его такими вот лиричными, тоже у него колорит бывает иногда такой вот в этом направлении французской живописи. То есть она действительно человек, который, ну, у него 3
высших художественных образований, человек знакомый с историей искусства, все хорошие художники знают хорошо историю искусства. В общем, то есть это для меня очень такие интеллектуально интересные тексты. Ну и они сделаны очень на высоком профессиональном уровне с точки зрения пластической выразительности. Это действительно классно. Но я знаю, что в Николаеве эта выставка может получить определенный резонанс, потому что люди боятся говорить о некоторых вещах. Но, как я говорю, что они, в принципе, это все практикуют, но не говорят. Здесь вот эта смелость высказывания, смелость вот показать, что и женщина о таком может думать. Сколько сейчас художников, вот у нас на Украине, приблизительно, в процентном отношении, пишет реалистические картины? А сколько перешли уже сюда к модернизму, постмодернизму, к символике и так далее? Ну, вы знаете, это очень сложно посчитать, потому что на самом деле эти художники, если им надо, они вам и пейзаж натюрморт напишут. То есть когда, они все имеют очень хорошее академическое образование, и они могут вам и с натуры пописать. Они хорошие всегда. Да. Поэтому тут уже как бы выбор, но я думаю, что где-то у нас так выровнялось оно 50 на 50. Вот где-то так. Да, то есть очень многие придерживаются и больше эксплуатируют свои таланты как ремесло такое своеобразное, что можно заработать. Потому что, опять же, вкус у нас достаточно архаичный. В Украине в целом. То есть люди, в Европе он тоже, в принципе, они охотнее будут покупать что-то реалистичное, понятное, люди к себе в дом, да, а уже в центрах современного искусства там как бы совсем другое дело. Хотя там есть масса галерей, где, когда в интернете смотришь, которые вот продают какие-то портретики, пейзаж, да хоть котиков. То есть на самом деле рынок требует разной художественной продукции, и художники ее, да, предоставляют. Люди. Но вот в Украине просто есть еще старая такая школа, которая не хочет сдавать позиции старого доброго реализма, и вот они ни за что не станут делать какие-то такие эпатажные вещи. Хотя могли бы. Мастерство позволяет. Мне она не чужда, скажем так. Почему? Ну, как-то отражается, наверное, мой какой-то глубокий внутренний мир в ней. Вообще я люблю как таковую живопись. Ну и такой вид современного искусства, скажем так, мне очень близок. Я когда только услышала, что такая художница, эпатажная художница, приезжает в наш город, немножко консервативных взглядов в город, мне очень захотелось прийти и посмотреть. И особенно мне очень интересно было посмотреть на реакцию зрителя. Но сегодня, я так понимаю, что здесь все коллеги, и особого удивления, удивления я не увидела. Но я смотрю, что наш город приобщается к искусству неординарному, нестандартному, мне очень нравится.